Лютеране чудесно, но мне в нашем монастыре больше нравится. Есть новости. Вижу, вам удалось выяснить, где находится гробница Лютерана. Я знал, что у вас получится. Я бы с удовольствием отправился вместе с вами, но, к сожалению, долг требует от меня оставаться в столице. Вот, возьмите печать мудрости. Теперь она ваша. Через час заседание Большого Королевского Совета. Лютеране чудесно, но мне в нашем... Солнце-то как сияет. Чиним, латаем, подгоняем по мерке. Ну же, Сальватор, улыбнись. Самые лучшие заморские товары, подходи. Слава рыцарю Лютерии!
Я уже забыл, как красиво. Посмотрите, как ярко светит солнце. Купите цветочки для дамы сердца. Это так неожиданно, Ваше Величество. Хорошо, я согласна. Купите цветочки для дамы сердца. Купите цветочки для дамы сердца. Присаживайтесь, рыцарь. Ну что вы, Ваше Величество? Я так польщена, Ваше Величество. Торговля-то как расцвела. Давно нам не дышалось так легко. У вас зарезервировано? Завтраки только по предварительной записи. И артишоки приготовлены отменно. Хорошо. Давно нам не дышалось так легко. Не хотите присоединиться? Торговля-то как расцвела. Купите цветочки для дамы сердца. Надеюсь, вам здесь нравится. Ну что вы, Ваше Величество? Я так польщена, Ваше Величество. Надеюсь, вам здесь нравится.
Купите цветочки для дамы сердца. Пустовато у нас сегодня. А мне сегодня везет. Пустовато у нас сегодня. Ваше благородие, лес этот страшное место. Там даже в самый солнечный день царит полумрак, а среди кряжестых корней ползают огромные пауки.
в гробницу короля строго почитательским билетом. Слышали? О, вход в гробницу короля. Над ним в столице все смеются. Шутом гороховым кличут. А он, знай себе, сказки рассказывает. Дескать, он хранитель печати.
Я просил их соблюдать тишину, но они не умолкали. Хихикали, перешептывались. Призраки? Кто-кто? Хвала богам, господин Рунард их разогнал. Стражи! Выдворите чужака! Thank you.
потревожишь покой короля! Никто не потревожит покой лютерана! Силен. Я позволю тебе пройти последнее испытание. Прочти старинный фолиант. Зажги все маяки, рыцарь! Рассей кладбищенский сумрак! Пусть свет ведет тебя. Ступай, рыцарь! Если тебе суждено предстать перед великим лютераном, свет укажет верный путь.
Последнее испытание пройдено. Но это лишь начало долгого пути. Отныне ты — хранитель ковчега. Этот осколок первозданного света твой. Найди оставшиеся, пока демоны не добрались до них. Не дай хаосу и тьме поглотить этот мир. Не отступайся, хранитель, и не теряй веру, ибо ты — надежда всей Акрасии. Соблюдайте тишину! Вы понимаете, что вы Эздо, Искатель? В ваших руках частица первозданного света. Вас избрали боги и великие герои прошлого. Пусть это звучит пафосно, но ведь это правда. Вы действительно надежда всей Акрасии. Соблюдайте тишину! Слава герою Лютерии!
К нам едет заморский посланник. Я даже не знаю, что говорят в таких случаях. Если бы вы победили в рыцарском турнире, или выиграли в карточной баталии, или блестяще выступили в Большом Совете, я бы с легкостью подобрал слова. Но вы нашли осколок ковчега. Такое не каждый день случается. Я прикажу королевским хронистам помочь Аману. Встреча с вами — честь для меня. Соблюдайте тишину. Ах, славные новости. Давно пора направить кого-нибудь в помощь господину Аману. Стремление к чтению похвально. Я и сама частенько засиживаюсь допоздна, но ваш друг... Он ведь круглые сутки в библиотеке. И когда он спит? Нельзя ведь так? Соблюдайте тишину. Читали «Возвращение короля»? Смотрите, как ярко светит солнце. Посмотрите, как ярко светит солнце. Соблюдайте тишину.
Да благословят. Я ждал тебя, дитя. Помнится, в нашу прошлую встречу я обещал рассказать историю тех, кто однажды прикоснулся к божественной силе первозданного света. Руфион лишил Лазенисов крыльев. Лишь одна из нас, Беатрис, сохранила их. Она наблюдает за Акрасией из Тризиона. Именно ей Процей, обреченный на вечное молчание, оставил последнее пророчество.
Лютеране чудесно, но мне в нашем монастыре больше нравится. Я ищу Тризион не из праздного любопытства. Мне нужно знать, верна ли моя историческая теория относительно Эздо Кадана. А подтвердить или опровергнуть ее может только хранительница Тризиона. Не спускайтесь в крипту в одиночку, ваше благородие. Это опасно! Почти все лазенисы ушли в Эльгассию, земли бессмертных. Но были и те, кто остался в Акрасии. Мы будем жить среди людей и оберегать этот мир, как прежде. Я сам стану глазами хранительницы Тризиона в Акрасии. Пятьсот лет назад здесь не было никакой крипты. Только мрачные подземелья, в которых смертные прятались от нас. Лепечущие жрецы и бубнящие монахи, готовые расшибить лоб о землю в надежде на божественное спасение. Как же меня это забавляло. В крипту в одиночку, ваше благородие. Это опасно!
он еще там? Наксизор. Говорю вам, он прислан для того, чтобы извести меня, грешника. В лицо мне заглянул и прохрипел: «Я знаю, что ты сделал прошлой ночью». Он по мою душу. Точно по мою душу! Теперь, когда демоны повержены, для народа Лютерии наступает счастливое время. Пусть эти солнечные часы отмеряют его веками. Если же над Акрасией сгустятся грозовые тучи, я вернусь сюда, чтобы рассеять их музыкой, ибо это мой долг. Я сложил немало песен за свою жизнь. Очень долгую, надо сказать. Ведь мы, лазенисы, стареем веками. Какой будет песнь о тебе?
Пусть первозданный свет рассеет тьму. Пусть Тризион откроется тебе. И та, что ждет на протяжении веков, тебе откроет тайны мироздания. Последнее пророчество свершится, когда Хранитель обретет ковчег. Я буду ждать тебя, сколько потребуется. Я буду ждать тебя, сколько потребуется. Лютеране чудесно, но мне в нашем монастыре больше нравится.